И что ж, ребят, а перед началом хочу вас попросить подписаться на мой канал. Моя цель до конца этого года набить 100 тысяч подписчиков. Ребят, я надеюсь, вы мне в этом поможете и подпишитесь на канал. Заранее, ребят, всем огромное спасибо. И всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Рашер, и это новая серия рубрики «Дети-бомжи». Всем, ребята, приятного просмотра и приятного аппетита, кто кушает. Ой, так ладно, быстренько проспаемся. О, Ронечка, доброе утро, ты чё, опять на работу, так я понимаю? Да? Ага, то есть ты опять со мной сегодня не топаешь нифига, то есть сегодня я опять один работаю. Угу. Получается так, ну, в принципе, ладно, топай тогда нафиг отсюда. Я хоть позавтракаю. Чё, ладно. Короче, быстренько давай сейчас хотя бы позавтракаем, хотя я особо не голоден, мне вот это надо все тоже выкинуть на самом деле, все эти... Чё ты тут стоишь? Чё тут стоишь, не понял. Ну ладно, Во, дверь что-то была открыта, ты чё дверь открыл? Ты случайно, молодец. Молодец. Ладно, короче, топай, куда ты там собирался, на работу. Я, скорее всего, сейчас тоже пойду сегодня, не знаю, чем на самом деле займусь, но чем-то я займусь. Ага, ты уже давай, вали, пока что. Слушай, может обратно вернуть? Ага. Ты идешь или чё, ты тут собираешься стоять просто? Гений. Эй. Чё тупишь-то? Ладно, я пошел пока, молодец, давай, удачи. Ага. Ладно, ладно, все, он свалил, в принципе, сейчас, давайте быстренько сейчас сходим хотя бы, быстренько пописаем моей красивой писей. Так, все, отлично, быстренько все смываем. Так, короче, надо топать, наверное, сейчас будет, ой, а чё дверь-то, я в дверь уже не пролазю, как так-то? Мне кажется, я реально подрос. Ха, ладно, надеюсь, это так? Растем потихонечку, как бы, да. Ладно, в принципе, можно сейчас потихонечку выдвигаться, я, наверное, сегодня... Что сегодня делать-то буду? Я сегодня особо не хочу работать. Может, в принципе, тогда... А, кстати, может попробовать просто сейчас покупать там какие-нибудь айфончики и просто перепродавать их? Это, в принципе, вроде бы как прибыльно, но мне так кажется. Я там какую-нибудь сейчас... Не знаю, давайте сейчас быстренько посмотрим, что у нас тут на Авито имеется. На Авито у нас имеется... Угу. Так, о, iPhone 7. Неплохо. Так, за десяточку? У меня десяточка, стоп. Десяточка у меня имеется... Десяточка у меня, конечно, имеется. Так, короче, давайте быстренько сейчас напишем. Здравствуйте, могу ли я прийти посмотреть там айфончик, состояние его, все такое. Так, продавец, да, конечно, приходите и кидайте адрес. Ого, адрес даже? Нифига себе. Давайте встретимся там где-нибудь на улице. Я просто к ним домой не хочу идти, чтобы на улице просто встретимся. Нормально, я заберу, да и ладно. Так, хорошо. И он опять кидает адрес. Угу. Ладно, я в принципе понял, тогда можно сейчас будет потихонечку выдвигаться. А, у меня еще здесь откуда-то пятнашка. А, так вот тогда вот так вот сделаем. Если мне понравится айфончик 7, в принципе, за 10 косарей мы его купим, там не знаю, сколько продадим, но в принципе, надеюсь, нормально его продадим. Так что давайте быстренько сейчас выдвигаться, быстренько сейчас карту посмотрим, где это вообще находится. Ну давайте, вот я в принципе нашел, где, куда и что топать. Ой, что-то я уже в дверь опять не пролазю, как так? Ой, что-то... Ой, здрасте. Здрасте. Помните меня вчера там все дела? Не хотели бы со мной погулять, там познакомиться поближе, а? Маленький еще. Да какой маленький-то? Вы что, посмотрите на меня? Ну какой маленький? Ну ё-моё. Сколько тебе лет? Мне 14. 14? Посмотрите какой. Скоро 15. Да-да-да. Извиняюсь, конечно, да, некрасиво так спрашивать. А вам сколько лет? А, двадцатничек? Тогда-то нормально же, ну чё вам не... Нормально же все, не? Нет? Ладно, я вас понял, короче, ой. Чё, не нравится-то, а? 14 лет, ну почти 15, ну в сентябре будет 15 годиков, вы чё? Чё ей не нравится, не знаю просто, ну ладно, странная тетя какая-то, странная, угу. Хотя 20 лет, какая тетя? Девушка, да? Как бы, да, ну ладно, в принципе, давайте сейчас выдвигаться, нам топать куда-то вроде туда, если я не ошибаюсь, надо сейчас быстренько... По карте посмотреть. Ой, что-то... О, погнали быстренько, давайте вот так. Куда? Только оттуда опять топать? Серьезно, что ли? Да ну нафиг. Да ну нафиг, вы чё? Фига себе. Да что я вообще врезаюсь-то? Так, куда-то... Ой, далеко, очень далеко топать. Ладно, сейчас быстренько. Ну, если нормальный 7-й айфончик, я думаю, в принципе, мы его, наверное, 1015, думаю, сможем спокойно продать. Ну, я так думаю. Может быть, конечно, там какие-нибудь найдутся челики, которые начнут торговаться. Конечно, не очень хочется, чтобы такие были. Ну, в принципе, ну, как бы такие бывают, которые мне будут только мешать, и как бы, да...
И из-за них я буду как-то дешевле все продавать, что не очень сильно хочется, но в принципе ладно. В принципе, пойдет. Так, по идее, где-то это здесь должно быть. О, здрасте, вы, короче, айфончик, да, продаете? Да, здравствуйте. А, конечно, ну давайте, короче, я сейчас его посмотрю, то есть оценю, в принципе, да, вот давайте, кидайте. И потом, если мне все устроит, я кину вам сразу деньги, заплачу. Отлично, давайте сейчас быстренько так посмотрим. Так, в принципе, черный уже хорошо, так. Ну, в принципе, вроде бы как, ну, неплохо. Так, вот, короче, тогда давайте сразу вот вам десяточка. Все, с вами приятно иметь дело, всего доброго. Так, отлично, в принципе, мы купили 7-й айфончик. Почти новенький, в принципе, черненький. Это достаточно, ну, на самом деле, неплохо. Очень даже неплохо. Так, давайте быстренько сейчас похаваем. Теперь тогда можно выставить, наверное, его сейчас будет 1015. Давайте сейчас быстренько, ну, давайте сразу вот так вот сейчас быстренько выставляем его. Так. iPhone 7, сколько у нас тут? Так, здесь у нас 64 гига, ну, в принципе, нормально, пойдет. За 15-ку выставляем, и все, отлично, объявление есть. Можно сейчас быстренько сразу же так посмотреть, может, еще какие-нибудь объявления-то найдем. Почему бы нет? Надо сгонять вообще на рынок, купить, наверное, еще яблочек. Почему бы, в принципе, нет. Так, давайте-ка сейчас быстренько домой сразу придем. Пока что уберем телефончик, наверное, тогда куда-нибудь там уберем, короче, как-то так. Все, побежали. А мне, кстати, до сих пор так интересно, где Ронечка работает. То есть он мне вчера вообще не сказал, где он, почему, где он вообще работает. Почему дверь открыта? Почему так, ладно? Ой, а что в дверь-то? Дверь? Меня дверь не пускает домой. Как так-то? Короче, ладно, давайте сюда. У нас здесь инструменты. Здесь у нас что? Ой, здесь у нас что? Ну, здесь у нас... Кстати, мы можем вот это ведь тоже, по идее, выставить. Вот это вот надо, конечно, куда-нибудь вообще на самом деле убрать, чтобы никто там не спалил, потому что менты придут, ну, немножечко так по лицу дадут. Ага, за такое, как бы, да. Ну, короче, ладно, все, выставили. Так, о, стоп, уже есть клиентик, что? Так, здравствуйте, хочу посмотреть. Серьезно? Ладно, в принципе, ладно. Так, тогда сейчас давайте я ему адрес напишу. Пусть приходит, в принципе, смотрит. Блин, чё, серьезно, сразу же уже нашелся так, клиентик. Все, адрес я ему скинул, пусть тогда топает. Сейчас тогда на улицу выйдем, в принципе, ему там все покажем. Ладно, давайте быстренько сейчас, короче, себя выходим на улицу. Я надеюсь, что этот клиентик сейчас подойдет и, в принципе, купит нормально эту мобилу. Почему бы нет такой в эту сторону, да? Ну, давайте ждать, пока он придет. По идее, я ему сюда... О! Ой, там эти две девчонки бегают. Так, здрасте, вы хотели купить, да, айфончик? Вот, смотрите, проверяйте. Проверяйте, да. Так, ой, что вы там тыкаете? Короче, если все устраивает, вот просто кидайте денежки и можете быть свободным. Так, ну ладно, я надеюсь, что, в принципе, ему понравится эта мобила. Вот там что-то тыкает, звуки страшные какие-то сейчас были. Ну да ладно. Так, что, вам все устраивает? Ой, спасибо. Все тогда, всего доброго, с вами приятно иметь дело. Фига себе. Взял просто быстренько, купил эти телефончики. Неплохо. Так, ладно, давай сейчас тогда попытаемся выставить еще вот этот вот. Где у нас тут две мобилки были? Вот этот вот Samsung. И вот этот вот 2G айфончик. В принципе, да. Думаю, нормальные телефончики. Так, давайте эту мобилу мы выставим. Но мы их вообще продавали на рынке вроде по 2 косаря. Ну, на Авито, я думаю, выставлю, наверное, тысяч за пять выставлю. Может, кто-то все-таки купит. Он, в принципе, рабочий, фоткает. Нормально, звонить можно. Так что, думаю, пойдет. А 2G? Ну, за косарик кому-нибудь-то втюхаем. Так, давайте быстренько выставляем объявление. Так. Так, выставили. Отлично. О, суши появились, откуда я ж вроде... Чего? Я ж вроде забирал. Как это произошло? Как вернули суши обратно? Я ж вроде забрал их, а вроде они обратно... Я их обратно... Короче, ладно, магия какая-то, я ничего не понял. О, кстати, сразу клиентик написал, нифига себе, давайте-ка за наше рабочее место сядем, в принципе, и будем переписываться с клиентиком. Так, айфон в хорошем состоянии. Ну, в принципе... Так, ну, вроде как, да, идеально. А Samsung? Он что, два хочет купить, что ли, сразу?
Не, это, конечно, прикольно, если меня сразу два заберет. Да, тоже в хорошем состоянии. Ага. Так, в принципе, оба будет стоить 6 тысяч рублей, если вы хотите купить оба. Угу, он написал хорошо. Так, давайте тогда мы сейчас ему адрес напишем. Если так, вот адрес, приходите, хотите, посмотрите. Так, все. Так, отправил, в принципе, можно ждать, пока он, скорее всего, придет. Так, ладно, давайте я сейчас... А он написал, сейчас придет? Ладно тогда, давайте сейчас быстренько опустимся вниз и будем его ждать. Погнали быстренько встречать нашего клиентика. Так, быстренько дверьку закрываем. Так, погнали. Так, он сейчас должен где-то сюда подойти. Ну, давайте пока подождем его. Так, у нас все имеется, два телефончика. О, так, давайте сюда, вот я тут, да-да-да, давайте сюда. Так, вот подходите. Так, вы хотели, да, купить? Вот, смотрите, короче. Да? Отлично. Так, все. Ой. Не знаю, ладно, так, смотрите, короче. Если все нравится, то, в принципе, можете оплачивать с вас 6 тысяч рублей. Надеюсь, вам все понравится. В принципе, да. Что-то он тыкает куда-то, что-то там проверяет, ладно. Стоп, он что-то вначале Samsung проверял или iPhone? Я что-то вообще не обратил внимания, ну да ладно. Так, ну что, вам все нравится? О, 1000, а вот все отлично. Все, всего доброго. В принципе, на самом деле, неплохо. Мы уже нормально так заработали за сегодня, ну хотя... Сколько получается? Мы купили iPhone 7 за 10-ку, продали за 15-ку, то есть уже 5000. И продали старый телефончик еще, то есть мы за сегодня 11 косарей просто так заработали. Это, ну, в принципе, на самом деле, очень даже хорошо. Можно сейчас будет посмотреть еще на Авито какие-нибудь объявления, может сейчас какой-нибудь айфончик еще найдем. Тоже было бы достаточно неплохо. Давайте сейчас быстренько посмотрим, что у нас тут есть. Так, ну давайте наше рабочее место сядем, так, потыкаем. Так, айфон 10, ага, за 15 тысяч рублей. Десяточка за 15-ку. В чем подвох? Я за 15-ку, ой, 7-й продал. А тут 10-й, 64 гига. Ладно, давайте-ка посмотрим, сгоняем сейчас, посмотрим, что это за объявление. Так, здравствуйте, хочу посмотреть, можете написать адрес, куда подойти, сейчас подойду, посмотрю. Так, он скинул адрес, ну, в принципе, да, давайте сейчас будем выдвигаться, погнали, давайте, короче, да. Так, это, ага, ой, так это в стороне рынка как раз, можем, в принципе, потом еще и на рынок зайти, купить немножечко вот яблочек, в принципе, почему нет. Так, это, короче, куда-то туда, сколько это стоит, 250 тысяч. В принципе, домик недорогой, ну как недорогой, если так у нас все пойдет, то мы в принципе быстро на такой домик можем накопить. Дяди Миши сегодня что-то нету, ну ладно, в принципе, пофиг, давайте сейчас быстренько сгоняем, посмотрим. Так, если не ошибаюсь, то это какой-то вот этот вот вроде домик, или я ошибаюсь, стоп, а что никого нету-то? А, во, кто-то идет, а, здрасте, это вы айфончик там продаете, да, 10-й вроде бы. Здравствуйте, да? А, можно посмотреть тогда его? Уйди, дядь, ты чё такой широкий-то? Ё-моё, о, спасибо. Спасибо. Так. Ну, вроде, кстати, он полностью рабочий. А вопрос, а чё так дёшево? То есть, ну, вы что-то продаете его всё за 15 тысяч, ну, чё-то дёшево, на самом деле. Просто очень деньги нужны. Хорошо, понял, ладно тогда. Я тогда беру его, в принципе, 15 тысяч рублей. Вот вам денежки. Всё. Забирайте. Вот сзади денежки лежат, короче, забирайте. Все, я ушел, всего вам доброго. Так, в принципе, неплохо. Мы купили только что 10-й айфончик за 15-ху. В принципе, мне кажется, это нормальная цена. Даже, конечно... Я, кстати, не знаю сейчас, сколько 10-ка реально стоит в магазинке. Хотя она вроде не продается, уже не выпускается. Ну ладно, в принципе, этот столбик до сих пор стоит. Пугает меня на самом деле. Вот это вот что такое, непонятно. Так, здрасте, короче, дяденьки там, вот это, ты там у нас что продаешь, вот яблочки. А соточек у нас нету, что ли? Есть, конечно, где-то тут были. Вот соточки. Все отлично, сейчас мы тебя, ой. Давай яблочек, парочку яблочек, давай вот так. Можем, в принципе, себе теперь позволить. Все, вот столько у нас теперь имеется яблочек. Все, спасибо, до свидания. И, в принципе, у нас теперь получается, сколько тут у нас? 40 тысяч, 15, ну, короче, у нас уже как минимум 55 тысяч имеется. Это очень даже хорошо.
И теперь мы можем, в принципе, попробовать теперь выставить, наверное, вот этот вот 10-й iPhone. Я думаю, выставить его 1025. Это минимум. То есть я, наверное, сейчас реально за 25 тысяч выставлю. Так, давайте быстренько сейчас сразу потихонечку будем идти, так объявление делать. Может, пока мы сейчас дойдем, кто-нибудь-то напишет, посмотрим. Так, iPhone 10, так, 64 гигабайта вроде бы, да? Да, отлично, так, все целое, так, ну, все отлично, вот выставляем 25 тысяч рублей. Все, давайте ждать, пока хоть кто-то напишет. Давайте пока побежали домой, скушаем пока яблочко, почему бы нет. Так, и в принципе, давайте хоть еще немножечко подтыкаем, у него что-то точно все рабочее. Ну-ка, а то вдруг сейчас реально какая-нибудь фигня здесь, а мне втюхали, это непонятно как. Ладно, все так. Проверяем. Вроде как, реально все рабочее. Так, ну давайте я быстренько сейчас домой. О, а сообщение. Так, здрасте, так, хотела бы посмотреть. Девушка, что ли? Угу. Ну ладно, тогда давайте, приходите, вот адрес. Так, 25 тысяч рублей, в принципе, все. Вот так, давайте, все, жду, приходите. Ну что ж, давайте сейчас быстренько попытаемся продать этот 10-й айфончик. Так, ну раз девушка придет, это уже хорошо. Так, давайте ждать, пока она придет. Так. О, вот, иди сюда, да, вот я здесь. Подходите. Так, вы хотели купить айфончик? Вы хотели? Ой. А, здравствуйте, да? Вот, смотрите, в принципе, можете посмотреть. Так. Ага. Что-то она пока не смотрит. Нифига себе. Красивая девушка, на самом деле. О, денежки сразу подготовила. Отлично. Так, похавать. Так, проверяйте. Девушка, а не хотели бы прогуляться? Прости, у меня есть парень. Ладно, не судьба, так не судьба. Ну тогда проверяйте, если все устраивает, берите и в принципе да. Можете быть свободным. Блин, девушка реально красивая. Ну, в принципе, реально, ну неплохо. О, все, спасибо. С вами приятное иметь дело. Всего доброго, до свидания. Так, ну ладно, в принципе. Так, ой, а у этой девушки, которая тут была, что-то дверь осталась открытая в квартиру. Ну, неправильно. Ну, входить мы туда не будем, как бы, да, ну, некрасиво. Что ж, мы за сегодня заработали еще плюс десяточку, то есть 21 тысяча просто на перепродаже айфона. Это, ну, достаточно, по мне, неплохо, очень даже неплохо. Давайте сейчас быстренько посмотрим еще какое-нибудь объявление, мы сейчас еще что-нибудь-то найдем. Давайте так, что у нас имеется, давайте на наше рабочее место сядем, так. И, в принципе, давайте искать сразу, что у нас еще есть здесь неподалеку. Так, айфончик, так, ага, 11-й, ну я 40 тысяч не отдам за 11-й сейчас айфон, хоть это где-то примерно его цена, но я, в принципе, столько не отдам. Так, точнее, не куплю. Так, давайте быстренько смотрим еще, так, еще одна десяточка за 25 как раз, которую, да-да-да, так, и десяточка за 30 тысяч, дорого, ага. Так, 7-й айфон, 10 тысяч рублей еще один. Чего? Еще один? Короче... Кажется, на 7-х айфонах мы сможем сейчас неплохо подняться. Так что давайте сейчас быстренько 7-й айфон. Так, смотрим. А, здравствуйте, хотел бы купить. Так. А, пишите адрес, сейчас подойду, посмотрю. Если все устроит, сразу там оплачу. Так. Все, он прислал адрес, так что сейчас будем тогда выдвигаться. Давайте, погнали, в принципе. А, это вообще тут близко даже, на самом деле. Все близко как раз, отлично. Сейчас быстренько тогда 7-й айфончик закупим. Можно, в принципе, и мне когда-нибудь там мобилу поменять, а то хожу с 5-м. Может, купить там тоже какой-нибудь 10-й, только себе уже. Ну ладно, давайте сначала пытаемся побольше заработать, купить уже какой-нибудь домик более-менее, а потом уже... Ну, а потом уже будем там на все остальное копить. Так, если не ошибаюсь, то где-то здесь... О! Здрасте. Вы там продаете, как я понимаю, айфончик, да? Можно посмотреть? Ой. Ага. Так, ну в принципе, давайте сейчас сразу денежки подготовим. Так, он сказал за 10 тысяч, да? Угу. Так, ну в принципе, полностью нормальный айфончик. Так, ладно, все, беру, короче, вот. Всего доброго. Блин, чё? Мужик в костюме горничной? Что? Что я сейчас только что это было? Ладно, я не понял просто, чё за прикол, как бы, Ладно, это, наверное, нормально, хотя я не знаю, нормально это или нет. Ну ладно. Ой, давайте-ка быстренько сейчас возвращаться домой. Давайте быстренько возвращаться. О, нифига себе. Так, ну-ка. Так. Здравствуйте, ваши девушки, здравствуйте.
Здравствуйте, какие же вы красавицы, а? Угу. Приятно. Не хотели бы погулять? Вот Анастасия меня уже послала, а вы вот... Прости меня, парень. Печаленько. Что могу сказать? Печаленько. Ладно, тогда не буду вам мешать. Эх, почему мне так не везет? Что за фигня? В смысле? Вот. Ладно, вроде у второй я так и не понял. Есть парень, она просто меня отшила. Тоже, конечно, непонятно. Нифига. Ну ладно, в принципе... Подкатываю, меня везде отшивают. Обидненько как-то, очень обидненько. Так, ну что ж, что по поводу 7-го айфончика? Я думаю, в принципе, его я выложу уже завтра. Завтра буду продавать. А может быть, себе оставлю. То есть здесь реально 7-й айфончик, он красненький даже. В принципе, не знаю. Выглядит вроде он, конечно, прикольно. Вот, если так посмотреть. Выглядит достаточно прикольно. Полностью рабочий, это хорошо. Но, блин, не знаю. Я могу спокойно сейчас за 15 тоже втюхать. И, ага, если я буду это продавать, я там 1000 за 5 его, может, втюхаю, что-нибудь такое, не знаю. Ну, короче, как-то так. Ладно, на сегодня, в принципе, я неплохо заработал. Я даже уже сам не запутался, сколько я заработал. Ага, ну, в принципе, у нас еще сейчас айфончик ушел. Точнее, только что мы купили. Ну, завтра уйдет подороже. За сегодня мы где-то 20 с чем-то тысяч там заработали, ну плюс потратили там, может быть, ну короче, в плюсе мы где-то тысяч на 12, может 13, что-нибудь такое, я сам сейчас не помню уже насколько-то. Короче, завтра я постараюсь еще позаниматься этим бизнесом, ну то есть теперь будем покупать подешевле, продавать подороже, короче, чисто такой перекуп, все дела. Как-то так. Ладно, на сегодня все, Рончики до сих пор нету, ну ладно, в принципе, без него будем ложиться спать. Все, тогда я погнал спать. А кто досмотрел до этого момента, пишите в комментарии, досмотрел. Каждый напишет, получит меня сердечко.